И начнем выпуск с трагической новости. Найден мертвым пропавший Гаджимагомед Курамагомедов. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан. Тело ребенка нашли в трансформаторной будке. По предварительным данным, мальчик скончался от поражения током. Об этом свидетельствуют следы ожогов на теле. Фактическую причину гибели мальчика определит экспертиза. Напомню, 8-летний Гаджимагомед Курамагомедов вышел погулять 2 мая и не вернулся. На поиски выдвинулись добровольцы, сотрудники МВД, МЧС и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Обстоятельства трагедии выясняет следствие. Коллектив РГВК «Дагестан» выражает соболезнования семье и родным погибшего мальчика.